Дорогая церковь, мир вам! Очень приятно быть в гостях, видеть много знакомых, друзей, близких. Слава Богу! Я хочу передать привет от нашей церкви, церкви Пилигрим из города Спокена, штат Вашингтон. Сегодня хочу, чтобы мы вместе перед нашей молитвой услышали одну мысль и вместе помолились. Это произошло в одной из новообразовавшейся общине христиан. Туда пришел один из учеников Христа, его попросили посетить эту общину и стать очевидцем, увидеть, что же там произошло. И вот этот ученик, соприкасаясь с людьми, слыша их истории, он удивлялся, он приходил в восторг, он понимал, что эти люди совсем недавно были другими людьми, но что-то произошло удивительное в их жизни. Они говорили, что это была великая милость Бога в их жизни. Они называли кто-то этим, это чудо Божьими подарками в своей жизни. Это была община христиан, вернее, община, где впервые начали называться христианами. Это было начало новозаветней церкви, Бог прилагал спасаемых к церкви. После гонений Стефана церковь рассеялась по разным местам, слово проповедовалось, было вот это духовное движение. Это было в городе Антиохии, и туда пришел Варнава. Один из апостолов, его попросили из Иерусалимской церкви посетить это место и увидеть, что же там произошло. И вот то, что он увидел, друзья, меня тронуло, мне коснулось. И вот я подумал, я бы хотел, чтобы то, что увидел этот ученик в этой церкви, Варнава, чтобы это было в моей церкви, в моей жизни. И вот чтобы то, что он увидел, и то, что потом говорилось дальше, вот так же было и у нас, и в моей церкви. Что я имею в виду? Давайте прочитаем Деяния 11 главу, 23 стих. Деяния 11, 23. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Варнава, один из учеников Христа, о нем написано, что он был добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот придя в этот город Антиохию, где написано «великое число уверовало», он увидел благодать Божию. Что значит увидеть в общине Божью благодать? В чем она выражается? Вот это фраза «увидеть Божью благодать». Я пытался для себя понять, что это значит. Вот в разных переводах смотрел вот несколько таких фраз. «Увидел милость Божью» или «как Бог благословил этих людей» или «что сделала благодать Бога». Слово «благодать» мы часто слышим в церкви. Как по-другому еще сказать? Вот «благодать» – дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа. Помощь и сила от Бога. Получить что-то незаслуженно от Бога. Другими словами, вот Варнава, соприкоснувшись с этими людьми, увидел нечто, что было сделано точно без помощи людей. Вот общаясь, слыша их истории, их судьбы, он удивлялся, он приходил в восторг, он радовался. Он видел эти измененные жизни, и об этом было слышно, как Бог действует не раньше, как Бог действует сегодня. Вот я подумал, как важно, чтобы люди, которые приходят в нашу церковь, соприкасаются с нами, они могли увидеть Божью благодать. И говоря о церкви, друзья, мы же понимаем, что это не здание, не окна, не двери, а церковь – это люди, это мы, это верующие люди, которые либо собираются вместе для общения, либо каждый на своем месте по жизни, мы все представляем церковь.
И вот люди, соприкасаясь с нами, слышат и видят ли Божью благодать. Знаете, когда мы слышим о Божьих действиях в нашей жизни, это нас ободряет, это не оставляет нас равнодушными, это поддерживает нас по жизни. Я помню, пастырь рассказывал пример, надо было посетить старушку, поддержать, потому что преклонные года. Он посетил эту бабушку и поддержала бабушка брата, а не наоборот. Она рассказывала о том, как Бог действует в ее жизни, как Бог проводит, чему Он научил ее. И вы знаете, это ободряет и поддерживает нас. Или у меня как-то по-другому. В моей жизни Божьей руки, Божьей милости, Божьих действий не видно и не слышно. У меня свой маршрут, свои направления. Я по-своему решаю, как поступать и жить. Как важно, чтобы дети наши, следующее поколение слышало о вот этих милостях, о подарках свыше, которые мы получаем, о том, что Бог делает в нашей жизни сегодня. Я помню, общался с одним молодым отцом, у него уже семья, дети. И вот он рассказывал мне, дети иногда спрашивают, папа, расскажи что-то из твоей молодости. И он говорит, нечего рассказать, стыдно вспоминать, нечем хвалиться. Жизнь проходила без Божьего действия, без Божьей благодати. Проходит время, и нечем поделиться с детьми. Вот бывает так, соприкасаясь с человеком, и можно услышать все от человека, кроме того, как Бог действует в его жизни. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли делиться о том, что делает Бог в нашей жизни, поддерживать, вдохновлять друг друга. Это важно. Мы так в вере растем, мы укрепляемся. Я верю, что вот это действие Бога в жизни христианина, оно всегда. Это не какая-то старая информация, или это не только касается новообращенных людей. Я помню, Михаил Андреевич рассказывал пример. Взял как-то Библию одного человека, открыл ее и порадовался. Она была вся подчеркнута. Он похвалил этого хозяина Библии, на что хозяин Библии сказал, да это было раньше, не сейчас. Варнава, соприкоснувшись с церковью в Антиохии, написано, возрадовался. Друзья, вот как приятно, когда посещаешь церковь, правильная атмосфера, Дух Божий действует, можно порадоваться. Вы знаете, те, кто ездит по другим городам, по другим церквям, может сказать, что не везде можно порадоваться. Не везде есть вот эта правильная духовная Божья атмосфера. И вот написано, что Варнава убеждал. Вот когда есть в жизни христианина, в жизни церкви Божья благодать, это радует нас. И вот Варнава дал наставление или пожелание, он убеждал или уговаривал, или доказывал, показывал важность, что с Богом нужно быть искренним. Убеждал держаться Господа искренним сердцем или преданным Богу, оставаться в своих сердцах верным Господу. Друзья, а преданность или искренность, ее не видно. Искренность наших отношений с Богом может проверить только Бог и я сам. Это невидимые вещи. Но именно от этого невидимого зависит уже потом видимое и наша вечность, и наше будущее. Вот я подумал, вот кто есть вот такой вот самый яркий пример искренности, вот пока мы здесь на земле? Вот как вы думаете? Малые дети, правда? Очень незащищенные, очень прозрачные, открытые. И вот то, что они думают, как понимают, они так и говорят. У них нету плана «Б», второго варианта. Вот если беда, то только к маме или к папе. А вот у нас как-то бывает так, что вот вроде мы и истину знаем, но если что-то не пошло, не по плану, ну как-то у нас свои есть варианты. Вот как Бог хочет, чтобы отношения с Ним, они были искренны, неподдельны, и только с Ним решать. Что есть противоположностью искренности?
Лукавство, фальшь, подделка. Часто можно видеть красивую фотографию или обложку, обвертку, но внутренность другая, жизнь другая. Мне нравится стих из 2 Царств, 22 глава, 26-27 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Друзья, Господь хочет, чтобы мы с Ним были искренны, такие, как есть. Не всегда мы правы, бываем, ошибаемся. Вот почему Бог любил Давида? Потому что он был искренним. Да поможет нам Господь, чтобы в нашей жизни было видно Божье действие, Божьи милости. О них слышали наши дети, когда мы встречаемся друг с другом, с друзьями. И чтобы мы держались Господа искренним сердцем. Об этом давайте помолимся. Аминь.